Мы к чему же они пришли? Причем их разговор звучал примерно так. Типа, да нет, ты чё, человек в космосе умрет от переохлаждения. Другой такой, ты чё, совсем что ли? Ты чё, физику что ли не знаешь? От какого переохлаждения? В космосе нету теплопередачи никакой, кроме лучистой. Они такие, а, ну да, точно. А из-за чего он тогда умрет? Ну не знаю, может, от кессонной болезни? Не, кессонная болезнь возникает только в том случае, когда перепад давлений в районе 3-4 атмосфер, а разница между вакуумом и атмосферным давлением — это 1 атмосфера, значит, он от кессонки не умрет. Бля, а чего он тогда умрет-то? И они просто идут и такие разговаривают, и нам смешно что-то стало от этого. То есть они шли и разговаривали на какую-то тему, как школьники просто. Ты не видел нашего этого. В конце коридора свет. У нас есть препод, который, естественно, очень красиво мира вел. Кого вел? Естественно, научная картина мира. Короче, блин, у нас нету такого предмета. Ну, допустим. Предмет, который антиэзотерика, антирелигиозный такой. Препод огонь. Веселый дядька. Да, человек в космосе умрет из-за отсутствия интернета. Я тоже с этим согласен. Я забыл про что я хотел рассказать. Прости, перебил. Нет, я еще забыл на этапе, когда я рассказывал про препод. Про что ты говорил? Про то, что там чуваки... От чего человек умрет в космосе? Кстати, де-факто он умрет от удушья. Из-за отсутствия кислорода. Ну, из-за того, что... Ну, фактически из-за того, что вакуум... У тебя моментально легкие сдуются. И... Да, они схлопнутся, и ты типа... И все. Там, секунд 20. Ну, минута, может быть, максимум. А потом все. Так вот, ты сказал, что они обсуждали это как школьники. Угу. А, Легощин. Константин Владимирович. И Лишуков. Тимофей. Владимирович. Блин, ты как будто сдаешь мне их, я ж... Поэтому у нас оно есть в мире. Знаешь, вот каждое вот такое упоминание, типа, вступил в какое-то общество, вступил в партию. Почему у меня каждый раз появляется в мозгах ассоциация, что это звучит примерно так же, как ты, типа, вступил в говно?
Он карлик, именно карлик. То есть, блин, это не прозвище, но... Ну вот правда, он просто карлик, и все. Угу. Ну просто препод карлик. Ну как-то, я уже рассказывал эту историю, мы как-то прикалывались и вычисляли, от чего сколько будет зависеть шагов? Его скорость и сколько шагов он сделает за определенное расстояние. Причем там аргументы были, типа, ну ты че, это же вычисляется из синуса. Типа, нога — это гипотенуза, а длина шага — это синус. Это было прикольно. Соглашусь. Да, пипец. Что там? RDR 2 местами 37 FPS, но был 10.80. Оптимизация. Ну да. Не, мне кажется, это просто эпик лажают, они обновляют. Так, а... Блин! Ситуация. У меня даже вот этот Epic Game Store лагает. То есть он периодически такой: а, ну ты заходил когда-то в аккаунт, но ты давай еще раз зайди, а то бы пароль забыли. Нет, такого нет. Я от Epic даже пароль не помню. Поэтому я, собственно, и не обновляю. А они периодически просят меня зайти. Периодически я не помню, что я хотел. А, я какую-то игру хотел забрать. Я пытаюсь забрать игру, а он завис. Вот просто намертво завис. Бывает. Я пытаюсь его перезагрузить. Он... А он даже не открывается. Типа, да, блядь, ну что ж такое-то? Ну почему у вас все через жопу сделано? Почему этот Epic Game Store такой херовый-то, а? Я еще хотел. Кстати, С, если ты еще тут. А, я тут сегодня посмотрел первые две серии Мандалорца. Это просто бомба. Это охеренно. Вот правда, это настолько охеренно. Это... У меня слов нет. Мое почтение. Кто там снимал? Блин, как это было зовут? Который снимал первого Железного Человека. Джон Фавро. Я не знаю. Хотел поехать на остров Пробачи, чтобы ганфайтеры не доставали. Лошадь в лодку не лезет, а бросать жалко. А так там же на лошади можно плыть. Насколько помню. А, еще, кстати, что меня удивило. Я не помню, в каком паблике увидел типа временные отметки, когда что происходило в вселенной Звездных войн. Там же все измеряется относительно битвы при Явине, то есть когда разрушили первую звезду смерти. И по сути действие сериала проходит в 9-м ПБЯ, то есть 9 лет после битвы при Явине. То есть империя уже пала, фактически. Дыбья и пыбья, да, до битвы при Явине и после битвы при Явине. Если я так скажу дома, не пойму. И, короче, прикол в чем? Там показывают вот этого маленького Йоду, но это не Йода, это просто представитель его же расы. И там говорят, что ему 50 лет. И, короче, там идут вычисления на тему того, что Энакину на момент битвы при Явине 41 год. То есть он родился в 41-м году до битвы при Явине. То есть 41-й ДБЯ. То есть получается, Энакин и вот это вот маленький... Блин, как он? Маленький Йода, я не знаю, как его назвать. Типа вот этот вот малыш, он одногодка Энакина. Мне кажется, это такая развязка будет охеренная.
А еще мне понравилось, что... Бля, я постоянно Рому перебиваю, сорян. Мне понравилось, что Мандалорец там именно показан как отшельник, ну потому что 46 лет в шестом эпизоде. Нет, 41. Я слышал, что 41. Я где-то даже видел, что у него типа дата рождения 41 год ДБЯ. 41 ДБЯ. Мне понравилось, что сам Мандалорец представлен как отшельник, и он типа выполнил заказ, получил металл, из которого делается броня всех мандалорцев, ему сделали наплечник. Типа, мне кажется, он по пути сериала будет постепенно собирать оригинальную броню из того материала, из которого она должна быть. Задумка прикольная. Все, теперь молчу. Возвращаясь на тему, к тому, что эпики, мне куплен Детройт. В эпике, а я его... Подожди. Он еще не вышел. Да? Разве? Еще нет. Мне дико не нравится вебка моя. Ну, потому что я на full экран все-таки вещаю. Себя, лично себе. Это не потому, что я ЧСВ. Просто мне кажется, что отдельно на руки направлять камеру... Можно, конечно. Но это в том случае, если ты делаешь какие-нибудь гайдики. А я же не делаю гайдики, я просто пообщаться пришел. А Рома показывает свои умения. Умения? Хорошо. Выкрутился. В смысле выкрутился? Ну я выкрутился. Так. Добавить. Блин. Ниточка. Уйди, тварь. Уйди отсюда. Пар. Блин, у меня сейчас проблем случился. Чё? Короче, у нас же информационные технологии в образовании есть. Это типа предмет? Это типа